Снова рад приветствовать вас на своем канале Insanus Balletus. И сегодня буду поднимать вам настроение вот таким вот анекдотом. Значит, собрался одессит в Турцию отдыхать. Ну, ему знакомый говорит, там, если на базаре будешь что-то покупать, сбивай цену сразу в два раза. Потому что, если ты не торгуешься, ну, как бы это, обижаешь продавца. У них так принято торговаться. Ну, одессит поехал, отдохнул. И он собрался домой, зашел на базар купить сувениры. Ну, ходил по базару, нашел какой-то там сувенир. Спрашивает у продавца, почем? Продавец такой, $100. Одессит такой, давай за 50. Продавец такой, 80. Одессит такой, давай за 40. Продавец такой, слышь, а ты откуда такой? Одессит такой, я с Одессы. Ну давай, в знак дружбы наших стран, забирай бесплатно. Одессит такой, бесплатно? Тогда давай две. Вот такой анекдот, если вам понравился, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем хорошего настроения, хорошего дня, пока.